мы находим друзей? Каким нужно быть, чтобы все с тобой хотели дружить? Сколько может быть настоящих друзей? И зачем нам нужна дружба? Мы задавали эти вопросы многим мальчикам и девочкам, которые согласились нам помочь. Так появился фильм о настоящей дружбе. Теперь его могут посмотреть дети во многих городах и селах России, и даже в других странах. И мы верим, что их дружба будет крепкой и надежной, а значит, самой настоящей. Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга. Вольтер, известный французский философ и писатель. Друг, он бесценный вообще. Его ни за какие деньги не купишь. Вот ты деньги израсходуешь, и все. А друг, он у тебя всю жизнь будет. А еще, я вот думаю, то, что вот если ты боишься чего-то, то вот друг тебе может сказать, настоящий друг, вот пойдем вместе. И тебе как бы сразу станет легче на душе, то, что ты не один, а с другом. А вот друг... не настоящий, если ты чего-то боишься, то он скажет, я с трусами не вожусь. Кто хочет иметь друга без недостатков, тот останется совсем без друзей. Каждый человек должен понимать, что он не один в этом мире. Если в детстве он это поймет, то может исправиться. И к нему наоборот могут все потянуться. Не будь дружбы, в принципе, в мире. Мира как такого бы не существовало, был бы хаос. То есть дружба как-то поддерживает, связывает всех окружающих. То есть идет незнакомый человек, возможно, этот незнакомый человек какой кому-то хороший друг. И эта мысль просто греет, потому что в людях есть добро. Как хорошо, что в мире есть друзья. Улыбка друга – солнце в час ненастья. И отступает ледяная мгла перед теплом сердечного участия. Как выразить признательность тому, кто друга указал и путь открыл к нему, и драгоценные послал минуты счастья.